Так. Всем привет, Витёк здесь и куча народу, и мы играем в шахты мнений. Здравствуйте. Да, в общем, это игра из 8-го Jackbox Party Pack'а. И я вообще про нее ничего не знаю. Булт вообще ничего не смотрел, не видел. Сейчас в обучении все расскажет, посмотрим, как я быстро подцеплю. Смысл в том, что мы сейчас поделились на две команды, в одной 4 и в другой 4 человека. И сейчас что-то будет происходить, магия какая-то. Все, заводи давай. Погнали. Землетрясочка. Куда это вы собрались? Хоть первую дверь я выбираю. Куда это вы собрались? Ох, кажется, к нам пожаловали нежданные гости. Божечки. Всевидящее око, которое наблюдало за вами все это время, принадлежало мне, Химере Пещере. Единственной ведьме, которая не даст вас в обиду даже после вашего воровства. А мы что с воровами? И как же мне стоит называть вас? Замечательно. Амукс. Итак, что мы сейчас собираемся делать? Каждому из вас будет предоставлен опрос, который будет зависеть от вашего личного мнения. Выбирайте варианты, которые больше всего подходят к вам. Вы составите для себя топ из 3 ответов на вопрос. Так. Помните, что порядок важен. Первому месту назначается больше всего очков, затем второму, третьему и так далее. Угу. Как только все сделают свой выбор, я объединю ответы каждого. И затем отсортирую их от наиболее популярного до наименее популярного. И так. Первый опрос звучит так. А какой смысл-то волшебный сортиров? Предмет из сказок вы бы хотели О, себе бесплатно одному, приобрести? Ну а, да. Ну, волшебный вот, предмет открываем. Из сказок вы бы хотели себе приобрести. А мы в команде каждый отвечает? Или мы как-то каждый советуемся? Каждый сам. Каждый сам. Какой волшебный... Так, а тут бы по-хорошему показывать бы, да, на стриме, что я выбираю. Во. Так, ребят, вот такую штуку мне показали. Так, хотели бы бесплатно приобрести. Хорошо, так, ковер-самолет, сапоги скорохода, цветик-семицветик. У вас такие же ответы, да? Да, да у меня почти стекло. Быстрее, 15 секунд. Быстрее выбирай. Топ-3 самый. Вот так, все. Тогда вперед. Я первый выбираю, кстати. Что это такое? Теперь, когда я собрала общую статистику с ваших ответов, ваше задание звучит следующим образом. Определите топ-3 ответа, избегая остальные. За каждый правильный ответ я выдам вам изящный и яркий факел. Но за каждый неправильный ответ я буду забирать их обратно к себе. Так как каждая команда принесла с собой по факелу, вы будете начинать с одним. Думаю, хватит болтовни. Приступим к делу. Я нифига не понял, приступим Выбирайте к делу. Выбирайте свою первую дверь. Витя, нам надо указать топ-3. Осторожно. Сейчас первая команда, они решают, да? Выберите дверь, которая скорее всего подходит к данному топу. После чего этот игрок примет финальное решение команды. У каждого игрока будет возможность пооткрывать дверь. Вы сейчас обсуждаете, а потом наша команда. Все за этим игроком. Начинайте уже свое обсуждение. Да, я считаю, что мы выручалка. Просто сразу берем палку-выручалку и уходим. Стоп, да, как бы. Я думал, палка-выручалка или шапка-невидимка. Палка-выручалка. Шапка-невидимка из-за Гарри Поттера, да, по сути, палка тоже. Палка-выручалка тебя спасет в большем количестве вариантов, чем шапка-невидимка. Она выручит тебя всегда. Ребята, вы начинаете с каждой секунды все больше... Ну все хотят волшебную палочку. Спасибо, что подсказываете нам. Да, вы сливаете с каждой секунды все больше. Давайте берем палку и уходим. Палку? Все, взяли. Так. Вы просто топ. Верно. Она скажет, как первое место. Первое. Браво. Браво. Ну я сам на первое место палку-выручалку ставил. Ну, шапка-невидимка, очевидно. Так, а кто выбирать-то я будет? Я тоже думаю. Макалорс будет выбирать? Я, Макалорс выбирает сейчас. Да, вот здесь ответы есть, да? Ступа, горшочек, но это вряд ли. Я думаю, шапка-невидимка, да. Давай в шапку-невидимку мочи. Я согласен. Я слушаю, что на топ-3. Поразительно. Па-па-па-па-па-па. Так, теперь опять вы. И вам нужно отгадать последний. Мне кажется, сейчас у нас идет выбор между скатерью Сумабэнк и ковым самолетом. Я цветик на себе цветик выбирал. Так, может, он же тоже волшебный. Так, давайте так. Кто за что третий? Кстати, цветик семицветик можно себе одним лепесточком палку-выручалку вручить. Ковер. А я за скатер.
Олеж? Я стал цветик-семицветик, потому что, ну, это, по сути, вот это, лапа мартыхи. Любое желание исполняется, это же хайпово. Ну, а только 7 раз. Чатик, вы тоже варианты, давайте, предлагайте. Ну, чего вы там молчите, сидите? А он же восстанавливается, если хорошее желание исполнить. Скайте из бесконечной жертвой. Скажи честно, как много хороших желаний ты сделаешь за свою жизнь? Не на Олеж, кто об этом помнит, по-твоему, а? Вообще не смотрели этот мультик, прекрасный мультик. Мы смотрели, но мало кто об этом вот все должны помнить. Если вы не помните, то посмотрите, пожалуйста. Витя, оставь ссылку в описании на этот мультик. А, да, я все прослушал, извини. Оставь в описании ссылку на цветик-семитветик. А, цветик-семитветик, да господи, загуглите, клевый мультик. Там, кстати, Витя есть. Катер, цветик и ковер-самолет. Ну, ковер, наверное, половину забили. Я думаю, ну, ковер. Вы слишком долго думаете, мне кажется. Я думаю, ковер. Мы можем. Давай ковер. Слушай, это я еще снял расширенные таймеры, чтобы было бы, если бы я их не снял. Вы тут по 3 часа обсуждали бы. Беседа. Это кто? Блин, те самые глаза. Не угадали. Это, блин, 6-е место! А я ковер-самолет выбирал, прикиньте. Браво, Витя. Так, давайте-ка обсуждать логически. Я думаю, это либо скатерть, либо цветик. Я выбирал скатерть. Подождите, либо скатерть, либо сапоги скорохода. 50-50. Не-не-не, точно не сапоги. Нет, на всякий, просто я по-своему думаю, учитывая... Лично я выбирал палку-выручалку, шапку-невидимку и скатерть-самосранку. Вот. Я тоже. Я как раз так выбирал. Может, все так выбирали? Давай скатерть. Хорошо, давай. Если честно, цветик-семицветик я даже не заметил. Поэтому... Ладно, пусть... Я ковер не заметил. Пусть будет скатерть. Но про многие все забыли. К сожалению. Похвально. Победа! Олежа подруинил немного. Ковер? Молодец, Олежа, так не знаю, что полезен. Смотри, цветик на 4-м. Мы все искали бы и ковер. Я не говорил. Время посмотреть на результаты. Давайте не останавливаться. Впереди еще много опросов. Но в этот раз вам необходимо выбрать 4 ответа вместо 3. Клево. Если бы мы все играли в смехлыст, чьи шутки были бы лучшими? Я лучше всех играю, так что я 3 раза себя выберу. Меркой, ты зачем это сделал? Ну это стандартный вопрос, это прям дословный перевод с английского. Так. Сложно. Голосовать за себя это кринж, поэтому я это делаю. Я согласен. А тут надо 4. Мне кажется, сейчас каждый сам за себя проголосует, если честно. Неправ. Я считаю, что я вообще не шучу. Я боюсь выбирать, знаете почему? Потому что каждый потом на меня обидится. Так что простите, ребят, без обид. Анита, я честно не считаю, что я не шучу. Нет. Капец, сейчас узнаем, кто лучше всех шутит. Итак. Как о, пещера Надита. Усложнение. Для второго раунда я придумала кое-что поинтересней. В этом раунде вам необходимо найти 2-й, 3-й и 4-й ответ. Мило. Все сложнее, чем ты думал. Ну, Олежа, ну, смотрите. Не подсказывайте. Я думаю, какой-то Витик Плей какой-нибудь. Он на первом месте, потому что... Олежа, первое место по-любому это либо ты, либо Витя. Да, поэтому давайте Валеру... Я уверена, что Валера где-то на втором месте. Насколько все здесь любят шутки Валера? Мне кажется, я очень средний. Я люблю. Мне кажется, я очень средний. Я думаю, Валера... Давайте, выбирайте, быстрее. Так что... Я Максим. Олежа, у тебя факел, давай, туши его. Да, у меня Валера. Сейчас мы тебя подожжем. Проверка, Валера. Превосходно. Валера, какое огонь. Место скажет? 3-е. Я же сказал. Вот ну я же сказал, Так. Ох, ё-моё, я выбирать. Предлагаю, наверное, Валежу стрельнуть. Нет. Валежу? Я тоже так думаю. Мне кажется, точно не Макалорос и вряд ли Анита. Да, это вряд ли я, потому что я всегда на дне. Так давай Валежу стрельнем, давай Валежу. Мочи Олежу. Давай, Олежу. Давай, выбираю тебя. Что, если не так? Ой. Вот я тебя укушу, Олежа. Я либо оскорблен, либо я на первом месте. Ах ты, я не появлялся. Ну все, ребята, мы берем, мы официально берем Витю. Бери сразу Витю. Берем Витю. Берем какой-то. Олежа накрутил. Так ты. Покрасил.
Я просто... Я прекрасен просто. Второй. Так, ну надо теперь... Я думаю... Давай сам за себя голосуй. Я думаю, ты у нас будешь. А может Максим? Не, давай сам за себя. Я плохо шучу, алло. Ну, Алина... Так. Я бы за тебя голосовал. Кто вообще помнит, как я шучу? Просто я с Мегалостей не так много играл. Вот в чем дело. Но ты недавно играл в роботов, поэтому, может быть, воспоминания какие-то есть. Ну ладно, я тебя тоже люблю. Я тебя тоже люблю. Мы хоть один вырвали. Поровну, значит. Олежа подложил свинью. Вот ты смотри, а. Вы нашли ваше жилье. Я так и думала, я на дне. Ух ты, я стою на пятом месте. Вау. Внезапно. Давайте посмотрим, кто как справляется. Я вам очень благодарен. Мы прибыли к финальному опросу. Одна из сторон не сможет пройти за мной дальше. И в этот раз вы выберете целых 5 ответов. И нужно будет угадать 3, 4, 5, да? Мне тут птичка на ушко нашептала, что она лучше всех. 6, 7, 8. Но на самом деле, какая птица превосходит остальных? Чего? А. В смысле превосходит? Лучше всех. Что будет на первом месте? Если... Для тебя она круче. Какая птица круче всех? Если я шутку отвечу так, то вы меня закидаете тапками. Я знаю, что именно два человека выбрали попугая на первое место. Это точно. Валер, если ты решил меня кинуть с попугаем, то... Ну, пусть будет так. Я это помню. Не знаю, ну... Окей, давайте так попробуем. Олежа, это сложно будет, блин. Не оборачивайтесь и продолжайте следовать вперед. Я меня не слушаю, уверен. Ну-ка, куда мы пришли? Геометрическое ущелье? Последний поворот событий. В финальном раунде я попрошу вас всех находить ответы наоборот, то есть снизу игра вверх. Наоборот, понятно. Это значит, что сначала вы ищете восьмой ответ, потом седьмой и так далее. Я думаю, вы умеете считать в обратном порядке. У меня припасено еще куча сюрпризов для вас, но я не буду раскрывать все карты сразу. Готовы? Добро пожаловать в последний опрос. А почему вы все время начинаете? Чего он похож так, на тех из предыдущих пещер, но с тремя глобальными вот так вот. Отличиями. У них преимущество явное, во-первых, да? Вы больше не получите факела за правильный ответ. Но вы все равно продолжаете терять их при совершении ошибки. Во-вторых, когда у вас всего лишь один факел и вы отвечаете неправильно, игра не заканчивается сразу. Другой команде необходимо дать правильный ответ, чтобы одолеть вас. И в-третьих, команда побеждает либо когда у противников заканчиваются факелы, либо когда все двери раскрыты и у вас на руках больше всего факелов. Ну логично все. Ну давайте, мочите. Так, значит, а кто самый беспонтовый? Попух. Кто... Так. Попух, голубь. Мне кажется, что типа голубь или последние места это... Голубь ловен. Вот, да. Кто сейчас, кто я не за Ворона ставил? Вот у меня такой вопрос возникает. И за Ворона. За Ворона вряд ли так сильно голосовали. За Ворона и я. Я думаю, Ворон где-то на 6-7. Но не на 8. А Фламинго? Давай Павлин, хотя... А нужно по очереди прям открывать с 8-го? Или... Да. Да. А, то сейчас надо 8-го открыть. Так давай, Алина. Это не Ворон, я же сказал. О! Боже, мы участвуем сюда. Алин, я тебе сразу сказал, что я Ворона высоко у себя поставил. У меня уже время заканчивалось. И мы, кстати, не на Ворона. Так, ну Калорса, я думаю, голубь, наверное, самый простой. А я думаю, что Фламинго. Не, подожди. Я Фламинго на первое место ставил. Я, подожди, мы сейчас должны начинать с 8 места. Не выбирал. Она до 8, поэтому голубь бери. Нет, Вить, обратно, стоп. Не понял. Голубь самый хреновый. Все, голуби бери. Но голуби не мне. Ничего подобного, я его не выбирал. Ну ладно, окей. Ну я по силе. Я думаю, что Фламинго... Я по какому-то фактору, чем он выделяется. Там, знаешь, тот красотой, другой размером. А голубь, он ничем не выделяется. Голубь, он лопник. Ну да. Давай голубя бери. Я выбирал его довольно высоко. Твою налево, червяк смерти! Я обожаю голубей. Олежа, дай 5. Хайповый, ребят. Я тоже голубя выглядит выбирала. Выглядит так, словно выбирали вы впали голубя. В ступор. Да. Позвольте мне протянуть вам руку помощи. А, павлин. Павлин или павлин?
Я думал, что Анита вот могла проголосовать павлина высоко. Я павлина ставил, тоже голосовал. Я павлина брала. Анита, возможно, седьмой, кстати. Потому что, мне кажется, да, тут такие попугаи, да, ясно, да, бы они... Я фламинго на четвертое ставил. Это опять же, видишь? Фламинго, либо страус, либо голубь. Вот. А ястреб? Ой, мы сейчас точно все бакала потеряем. Ястреб на высоко, может быть. Ну, все так говорят, что за голуби не голосовали. Вообще, ну, давай так, все. Думаю, мое пятое место его вот до седьмого дотащило. Так. Мастрированы. А! Твой, твою налево, господи, страшно. Пасть. Как. Пасть. О, я голосую. Так, мне не нужны ваши подсказки, я знаю, кто. И все-таки я за другую. На Верочку? На Верочку. Молодец, Витя! Угадал. Молодец. Я прижал утку. Браво, Витя, браво. Странно, я утку с такой ставила. За это и лайк не жалко. Ну, что-то еще выше, так. Ну, 6. Ну, фламинго... Уже утки, я очень лагал стрим. Чё происходит? Чё, мы за кого голосуем? Олежа, давай страус на шестое. Или фламинго. Страус. Куда его поставил? У нас есть голубь, страус, фламинго. Вот, типа, попугай, ястреб, воин. Ну, фламинго я не выбирал. Или выбирал. Энни, пипедики, еле. Чат немножко притих почему-то. Чат страус. 10. Тут вообще рандомно тут. О, господи! Нога торчит из потолка. Так, кстати, если ваша команда правильно ответит, то... Имейте в виду, другая команда ошиблась. А это значит, что ваш правильный ответ закончит игру. Давайте думать. Ну смотрите, точно не страус, это мы поняли. Так. Может быть, ворон? Нет, либо фламинго, либо голубь, мне кажется. Я уверен, что это страус, давай страус. Я почему-то сразу же разрываюсь. Это фламинго или голубь? Нет, я не думаю, что фламинго. Фламинго не факт. Я думаю, либо голубь, либо ворон. Пусть она голубь. Нет, ворон как в копе. Ворон явно выше, чем фламинго. Ворон выше? Ничего подобного. Я фламинго выше ставлю. Ты импостер? Да нет, слушай, я тебе утку на халяву открыл. Ты что, молодец. Так, вы, значит, хотите все-таки ворона открыть, да? Я за фламинго. А я за ворон. Ну, вообще, выбирай сама. Давайте, ворон. Короче, давай, я за ворон, ребят. Я за ворон. Но я не уверен в этом. Пусите меня. Попались. Пусите меня, да. Так, я бы... Спасибо, всегда, ворону. Пожалуйста. Спасибо, Брал Старс. Фламинго все-таки. И фламинго. Я утку и считалочку сделал, простите. Страус. Ворон, давай. Да тут кто угодно же может быть. У меня тут типа страус, то он где-то на пятом. Голубь, кстати. Я его на пятое место ставил. Я голубя ставил довольно высоко у себя. Я не знаю, он-то и дело. Типа, я на пятое место поставил, yes. Я думал где-то там. Это пасть смерти была, да. Страус, голубь. Смотрите, страус, голуби, они рандомы, а вороны они такие таинственные парни. Сужаем, страус, голубь, давай. Ткни пальчиком. Ха-ха! Нет, не страус! Ну, предлагаю вам выбрать голубя и добить нас по-быстрому. Так. Я согласен. Если это не страус. Ну, Нил, слушай, Нил правильно выкурил фламинго в прошлый раз. Давай, выкури правильно сейчас. Да, я объясняю тебе, почему страус. Ну, страус, он круче того, что он у него есть быстро. Так страус они только что попробовали. Про фламинго ничего не сказать. Не, стоп! Вот. Страус же были. Не тот. Я нажимаю на голубя. Потому что, мне кажется, что он... Не, подожди, да, я на него у него есть право на ошибку. Часто сыграл. Хорошо. Да! Зажигаю! Ладно, я же сказал, я пятое место его поставил. Пятое место, голубь. Я вообще его никуда не ставил. Я голубя ставил на первое место. Красота. Я на самом деле тоже его не ставил. В общем, мы не они тут. Более примечательный, чем все остальные. Амогус победил. Вы сбежали, использовав силу своих мнений. Как я и обещала, так, вот что выход теперь? На свободу. Ультрараунд какой-то. Я же не могла вам взять и солгать. Так, ну так и хорошо. Нет, нет, ты победил. Да, бегите, да, глупцы. Вы остаетесь здесь. Со мной. О, да. Песня. О, давайте песенку мы с вами послушаем, наверное, после второй катки. Ребят, кот пиво. Все, я готов. Чат, присоединяйтесь. Все, завозим. Ну, я думаю, можно скипать уже эти обучалки все. Да? Все и так понятно. Хорошо.
Куда это вы собрались? Куда это вы собрались? А ну быстро лайки ставить. Опять необычное домашнее животное, которое вы бы могли завести. Да, так, чатик тоже голосует. Я им не покажу свои голоса, чтобы это... Так, необычное домашнее животное. Ох, самое необычное сначала, да? Почему тут нет совы, ребята? Почему? Нет совы. Сову спокойно разводят дома. Зачем ее дома вообще разводить? Ать, ты меня убьешь. Ты взял тарантула? У тебя тарантул есть домашний? Нет, я арахнофоб. Нет, но если будет, вот этот человек меня убьет. Я не знаю, что выбрать. Но была бы сова, это было бы замечательно. Ну, кстати, курица это не необычно. Курица это не рыба. Животное. Это вполне обычно. Ой-ой, по моим расчетам бесподобно. Пройдемте за мной. На Ютубе лис найдется больше, чем куриц. Да. Ну, кстати, да, я видела. В этом раунде все, что вам необходимо сделать, найти, где скрываются первое, второе и третье места. Мы, по сути, будем отгадывать то, за что проголосовали зрители. Поэтому... Да. Так, я первый, да? А, ну, кстати, да. Поэтому ваши ответы здесь сильно не котируются. Давайте думать, за что могли голосовать 12-летние школьники. Енот, хорек, лиса. Пиранья? Ну, ты, мне кажется, пиранья? Енот, хорёк, лиса. А тукан это что, прям обычно? Тукан необычное, пиранья нет. Оно может и обычно, но мне кажется, это более вот в эту сторону будет. Я никогда не видел, чтобы тукана разводили дома. Ну, типа тарантулов очень много. Нет, кто видел. Нет, тукана, они, по-моему, как попуги почти живут дома. Такие, типа, окей. Так, и что же зрители, помню, за что зрители проголосовали? Как вы думаете? Я думаю, змея. Зрители, подсказывайте. Зрители кричат тукан и пиранья. Кстати, я говорю, тукан и пиранья, потому что это редкое вообще явление дома. А давай, пусть будет, будет тукан. Что? Достойно! Брав второе место, окей. 40% зрителей угадали верно. А что вы там угадываете? Что мы выберем? Ну, давайте подумаем. Так. Или нам зрители помогают? Мне кажется, что может быть какой-то енот. Хорёк. Енот, лиса. Лиса в ютубе, лиса. Пиранью. Много, действительно. Хорёк. Ну вот енот, хорёк и лиса, команда по съеданию твоей квартиры. Валера. В чате пишет, 12-летние школьники. Я бы реально думал. Мне 42. Кричат. Ну со змеями я как-то сомневаюсь. Что-то я вспоминаю один случай на ютубе. Это... Змей тоже полно. Ну да. Понятно. Пипирай, так, ну, у нас топ-1 и топ-3 сейчас нужно выбрать. Уверен в этом? Интересно, что топ-1. А, ну, мы выбираем топ-3. У нас есть второе место, это тукан ответил. Вот. Так, как у нас там? Рука решает. Да, у нас... Нет. У нас сейчас этот решает, зверь. Нет, это как раз таки Вова. Вова. Вова, ты решаешь. Вова вообще здесь или он пиво пьет уже? Вставай! О, ноу, это глаза. Пятое место, енот. Не беспокойтесь, когда факелы заканчиваются, это еще не значит, что все кончено. По крайней мере, на данный момент. Так... 36% зрителей тоже за него были. Ну что, так, Алиночка? Ну что? Может, что змея? Я говорю, я думаю, змея, потому что это самое... Или пиранья. Такое... Мне кажется, пираньи вопрос... хуже, чем змеи. Нет, там, понимаешь, там был вопрос, какое, скорее всего, вы приобрели. А в чём? Ты пиранью? Ты хочешь пиранью себе? Это ты, видимо, хочешь пиранью, потому что я за змею. Я вообще за тарантул. Потому что пауки не чаще необычные животные, чем... Ну давайте, тут наугад, наверное. Давайте. Давай, что тебе кажется, то и бери. Давай, мочи, змея, все. Чудесно! Я же говорю, это самое такое... Третье, интересно, что первое-то? Тоже любопытно, что первое. Окей, я знаю, что первое. Так, а я и выбираю. Я думаю, что это... Давай, как я с уткой, мочкани сразу. Так. Так, команда, что вы думаете? Давай сразу мочкани, чё ты, на яйцах. Не подстрекай, подстрекатель. Давай на яйцах.
Ну я же смог утку угадать, ты тоже сможешь. Давай. Давай, рискуй, рискуй. Могли бы не пеги, так не было. Это вообще далеко не необычные насекомые. Животные, как хотите. Сама-то насекомые. Как и змея. Тогда давай пиранью, я думаю, выбирай, Максим. Я думаю, что змея тоже так же. Технически единственное, что реально необычное. Нет, все три мы угадали. Я изначально топила за пиранью. Алло, это... Вы справились. Не знаю, у меня как-то пиранья заравнят с обычной рыбой. Давайте тогда начнем еще больше опасности. Это рыба, которая просто жрет больше мяса. Видите, я развел его на яйцах. Если вы прошли через тот опрос, то вы определенно справитесь со следующим. Но в этот раз вам необходимо выбрать 4 ответа вместо 3. Да что чатик что подряд пишет? Если бы веб-сайты были людьми, нет, на ком из них вы не были бы погоди, готовы погоди, пожениться? Ух ты. Веб-сайты были бы людьми? Так, ждем ответа девчонок. На кем они хотели жениться? Да, вот это задача. Если бы веб-сайты были людьми, на ком из них вы бы хотели готовы жениться? На джекбоксе он предлагает, кстати. Боже мой, что мне выбрать? Я всех не знаю. Да но нет, вроде известный не сайт. Главное, аккуратно курсуем, обходите Авито, пожалуйста. А чё так сразу? Боишься вляпаться? Слишком много контактов. Простите. Пикабу тоже клёвый вариант. Чё, ржать будем? Какие-то тупые шутки нравятся? Таймер прошел больше половины своего пути. А мы тут Олю устал. Ну-ка, Анита, скажи. Кого я ты молчу, выбрала? Я молчу, ведь. Кого ты в главные жены выбрала? Посмотрим, что еще я попадаю. Я вас заявляю, моей главной женой является госуслуги. Да, моей Яндекс. В этом раунде вам необходим один, второй, третий и четвертый ответ. Это мы еще посмотрим. Тут предлагают Pornhub был еще включить, но, к сожалению, его там не было. О, господи, я аж покраснела. Так, спасибо. Давайте, угадывайте. Смотри, я так, скорее всего, первый. Даже уверен в том, что это Алис? Ну, я почему-то думаю, что, смотри, есть же Алис на стримах, люди, конечно, топят в Яндекс. Ну, вот. Да, все топят за Яндекс, но... Я думаю, Контач попробовать. ВК? Пикабу попробовать. Ну, Пикабу, может быть, Яндекс тоже, Авито тоже. Давай, Яндекс смотри, Авито первый, и Анита, это созвучно, чё? Не ведись ты на провокацию. Не слушай его. Я всё-таки думаю, что это джекбокс больше почему-то. Ведь это слишком сильно расширяешь мышку. Он... Да? Я не думаю, что топ-4. А, что же выбрать, что же выбрать? Давай, 5 секунд осталось, выбирай! Нет, давайте так! Рандомно пальцем просто вслепую, всё. Запустите меня. Ха, попались. Вот он тут ушел. Первое. Первое? Первое. Зрители рофлят. Первое место джекбокс был. Отлично, чё. Витя, можно? Давай я ткну на яйца. На яйцах? Ну, да. Тут либо Яндекс, давай, тыкай, все, что тут думаю, яйца-то. А, ВКонтакт, ну наверняка, хрен его знает. Ладно, четвертое. Такой, да, удивленный. А, не, ну они же боксы были, точно, поэтому все смещено. Так, ну сейчас надо Яндекс жать. Яндекс. Все, Яндекс. Это, наверное, второе место будет. Нехило. Третье. Второе. Вот теперь кто на третьем вопрос? Либо Авито. Предлагаю госуслуги. Хороший сайт, ни хрена не работает. Слушай, ну 12-летние школьники толком-то на госуслуги никогда и не ходят. А может, ну, кому-то из них уже 13 лет ходят проверять инфу по паспорту. Вот я Кинопоиск выбирала. У меня и Пикабу, и Кинопоиск. А паспорт на госуслугах это делают сейчас? Да, делают. Да, делают. А, тогда госуслуги. Из госуслуги вместо паспорта можно оформлять. Да, я интересный не знаю, факт. Может и Пикабу. Так, давайте, команда, Алина, но расскажите. Недодел однозначно. Я первым ставила Пикабу. Недодел, потому что ГГГ. Я на Пикабу вообще не сижу. Давай недодел. Чат мне вообще Кинопоиск пишет, я хрен его знаю. Слушай чат. Чат выбирал, слушай чат. Да.
Ну пусть, ладно. Да ладно! Он у меня был на первом месте. Слушай, я Кинопоиск вообще не выбирал. Типа, я думала, сколько можно... Госуслуги найти все двери и пройти дальше. Госуслуги лучше Пигабу. Класс. Конечно, лучше. Там так смешно. А, нет, стоп, наоборот, хуже. Заходишь там, тебя, о, у вас новый счет. Заходи, как смешно. Это финал. И в этот раз я попрошу вас выбрать целых 5 ответов. У вас штраф на машину пришел. Оплатите, пожалуйста. Вы можете командовать любой небольшой армией. Она будет состоять из... О, армия из кого будет состоять? Ну-ка. Господи, у меня перья встали дыбом. От таких вариантов. Адвокат! Кроме адвокатов можно свернуть весь мир. Objection! Objection! Из крыс, адвокатов, щенков. Именно щенков, понимаете? Не собак, а щенков. Это же так мило. Кучих мышей, дельфинов, детей, воронов. Охренеть. Ну и вариант. Детей это очень опасно. Армия детей. Да вон у меня на стриме сидит в чате сейчас. Ну подожди, но адвокат это еще круче, по-моему. Не, ну если армия крыс работает как в Дизонерде, дайте мне просто две. Слушай, ты когда-нибудь видел ролик, когда много маленьких щенят валят просто человека и зализывают на смерть? Да, осталось да, меньше половины отведенного вам времени. Я вот это твое про щенков добавлю панки. Валера, с учетом, что ты хочешь армию крыс тарантула, мне страшно. Дальше? Это будет сложно. Последним раундом вам нужно будет выбирать от менее популярного до самого популярного. Сначала выберите восьмое место, а затем проложите свой путь до первого. Опять я, да? Ну что, на яйцах или как? На яйцах у вас выкилок полно. Да. Давай, дельфинов. Мне тоже кажется, дельфины нормально зайдут. Я именно их и выбрал. Замечательно! Да! Логично, самая бесполезная армия, кто только плавает. Ну, конечно, мы же как по суше ходим, а тут дельфины какие-то. Самая армия, которая, когда ты к ней войдешь, распрягает тобой футбол, утащит на дно и прыгает над тобой водное поле. Ох, Всеволод, Рума-Руков. Ну, смотри, вообще, крыса довольно беспонтовая. И дети скучные. Щенков могли за мемы взять. Чат, вы скучные, слышали? Да, армия крыс, они просто всех сожрут. Олежа пишет в чат, боюсь дельфинов. А дети токсики. Крысы? Нет, на самом играть деле, если бы я оказался в воде и узнал, что рядом со мной дельфины, я бы выбрался сразу, это страшно. Летучие мыши еще приколы есть. Летучие мыши, они летают, это круто. Жестокие, ты как-то А если летучие мыши, они же все-таки... Летучие мыши это как крыса, только скрыли. И угадайте что? Другая команда ответила неправильно. Так, это если мы сейчас угадываем, мы выигрываем. Так что сделайте правильный выбор, и игра закончится. Мы поиграть хотим. Адвокат. Ну, Алиночка, давай, на яйцах. Хоть у тебя и нету. А тут ты знаешь? Воронов. Не знаю, кстати, да. Потому что это вороны, что-то беспонтовое такое. Давайте. Я насмотрелся, доктор, на меня вороны теперь понтовые. Я с тобой. Летучая армия это круто. А я знала, что это неправильная дверь. Конечно. Ворон это круто. Ворон это. Даже в Тапсе есть повелитель воронов. Вы чё? Ага. Но зато дольше играем. Так как у вас, возможно, возникли проблемы с этим. Повелитель адвокатов там нету. Позвольте мне открыть вам глаза. Щенки, да вы чё? Это же милота залижет насмерть любого. Ох, так. Блин, я забыл, детей же набирали. Какое они были место? Не шестым? Не седьмым они показывается были. Место. Не седьмым. Но седьмые это щенки в любом случае. Так, Анита, ты не помнишь Макалорс? Там не показывается место. Они не показывают. Да, там монстр вылезает. Там монстр вылезает, не показывают место. Потому что это армия, которая фиговая. Либо змеи, и летучие мыши. Да нет, змеи отравят просто. Змеи может быть. Я нажму на детей. Не надо... Эй, ладно. Судя по играм Индианы Джонса, армия змей отгоняется одной спичкой. Облом. Не, чат против себя не голосовал. Они знают, на что способна армия детей, так что ты зря. Армия детей? Это страшно. Ну давай, Максим. Ну ты ее не сможешь контролировать, скорее всего, нормально.
А какая летучие тебе разница? Ты натравил и все, до свидания. Я, кстати, тоже про мышей думаю. Летучие мыши, давай, нокаутируй и через летучих мышей. Давай. Давай, нокаутируй. Так мне... О, победа! Я думал, они... Я думала, что это ничего полезного. Летучий бы выиграть этот чертов вопрос. Зверобоб танцует своей улыбкой. Я бы точно не жал. Адвокаты на первом месте. Адвокаты, да, не подойдут. Дети на третьем были, вот так вот. Армия адвокатов выиграет что? Так, ну ты там это, не скипай, мы музыку послушаем. Вот выход наружу. Сила крыс, она если бы Dishonored, либо Plague Tale. Это мощное оружие. Ладно. Уйдем восьмом. И проигравшая команда. Могу ли я для удобства называть вас неудачниками? Нет, мы уже нормально. Мы проведем вместе вечность, так что чувствуйте себя как дома. Я пару раз выиграл. Чувствую себя как дома. Во всем мире пропали последние 4 пивовара. Все, слушаем песню. Победители Витек, Алиночка, Максим, Зверобоб. Богатство взять и быстро сбежать. Титры есть даже. Надумали, что ж, не выйдет ведь в царстве земном. Все мое в моих владениях. Решаю меня. Единственный способ уйти. Мне нравится песня. Клубельная. Такая. Но ты не наглей. Наконец стрима. Одна ошибка. И влипнул липко в эти шахты. Опросим всех, ведь это шахты. Вот песня спета. Даю вам вопросы и ответы на них. Берете вы три для решений своих. Составить порядок, оценить по размеру. Без этого вам не покинуть пещеру. Используйте мнение или силу общения. Шахты мнений. Решитесь кричать, чтоб отсюда сбежать. Шахты. Прокрикнем вместе, это шахты. Сыграем в игры, это шахты. Это шахты. Идеально, Витя, идеально. Идеально, Витя. Как раз великолепно. А что, как будто я пел. Аплодисменты, блин. А почему бы и нет? Главное, чтобы на выходе это не дошло. Какие сокровища в шахте мнений? Ну что именно может быть дороже? Как вы думаете сами? Учитывая... Какой текст стоит у нашей комнаты, я думаю, мы знаем правильный ответ. Да, пиво самое важное в шахте. А у меня почему? Ну поэтому там остались. Да, за пивом остались. Так, ладно, все, наигрались вдоволь со всех сторон и так далее и тому подобное. Спасибо за внимание, всем лайки ставьте, мы поставим ссылочку на плейлист всего Джекбокса и до встречи в других видео. Пока-пока. Пока, спасибо за отдельный перевод. Да, кстати, спасибо за перевод. Как там ребята называются, я все время забываю. Что-то Guardians. Translate Guardians. Translate Guardians, да. Спасибо, спасибо за перевод. Спасибо тебе. Все, пока-пока.